Ура! Плохо, что западная, а так да, хорошо. Скверно, если я правильно слышу. А на меню ее нет. А где же она тогда? Что за чучело? Немезис. Немезис. Канонище просто. Ну ладно, не канонище, но канон. И ни одного из тасов. Тигр. Привет, тигр. Да, скверно. В правой комнате от этого не обманулся от мейна. Так, он начал мейн заклинуть, да? Пойти именно за новогодней чиничкой. Так, у меня террора нет. Почему? Я не знаю. Слепота какая-то. После удара щупальца, видимо. А, либо наводящий ужас. Но нет. Не, не наводящий, нет, он тут не работает. В игре будем сейвить ее, да? Угу. Он не за ней. В левом крыле три гена. Два наверху, один внизу. Ой! Он за мной, он за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Что вы все здесь, интересно? Забыли. Сука. Вы наверху, внизу? Наверху. Наверху. Сейчас вниз пойдем. Мы с ним гуляем тут немножко. Ой, кто-то чинится. Блять, М1 решил пробить. Порча. Блять, опять мора. Да. Это она. И мне пизда. Надо искать ее. О, вроде. Ай, собака. Блин. Он не на этот крюк. А другого поближе нет, кстати. А куда, кстати, несешь? Я реально что-то за... Есть, есть, мы в углу. Угу. Где? Скажи, пожалуйста. Опа! Можешь не пилить. А я не спилил его. А он решил меня выпилить, короче. Да, от удара щупальцем, ты вообще его не слышишь. Угу. Анжелика, что сделаешь? Я забыл. Я забыла, что это Анжелика у нас. Так, где же, где же, где же, где же, где же, где же? На улице Ген под крюком. И тут же ходит Вениамин. Ярик. Я слышу топоты. Блять. Маленьких детских ножек. Это не они. Уф, он так смачно промазал. Это большие мужские лапищи. 36-го. Ой, 36-го говорю. 46-го размера. Блин, у нас два гена тут пиздец горячих в левом. Блин, я, кажется, знаю, где может быть порча. Потому что я облазила все, что да. Ай-яй-яй, я ж не услышал. Ай, не услышал этот. И оно точно нет. Значит, да. Заряд. Ну то я сделал задание. Вы же меня поняли, да? О, трюк. Не, я себя послушал, на самом деле. Я говорю, я знаю, скорее Босса всего, где порчу. Да? Угу. Скорее всего, там, где ты висишь, недалеко. Слева от меня нужно, да? Да. Просто я более-менее знаю сложение пор. Это, ну, не порча, а тем. Вот я тоже, я проверила примерно. А он где-то возле меня, например, открывается. Естественно. А, он возле меня прям.
прямо против меня. Он спрыгнул сверху на меня. У тебя еще? Ну все, сняли у меня. Кто же на него выбежал, интересно. Судя по тому, что. Хотя, где я думал? Где я думал, что там Порсе, там кто-то. Да? Прикол. Анжелик, опять ты? Ну ё-моё, давно не виделись. Все, она меня проигнорила. Она, кстати, вообще что-то игноришь. Игноришь. Я нашла это там. Да? Ой, сотка. Она вообще такая, Анжелика. Вот ее друг Вениамин, он, конечно, да. Есть. Лошарик. Блять, меня что ли услышал? Да походу. Он бросил меня резко. А почему? Сука! Нашел тебя резко, смотря. Я в конец, конечно, оборзела. Выпилила тотем и тут же села генератор чинить. Прям здесь же. Зато я вам палетки освободил. Да, молодец. А у них за Игорем стало. Да-да, он не за ним. Да он не за мной, тут Анжелика, блядь. А, серьезно? В коридоре, сука. Да чините тут, блин. Да зачем? Ярик! Ярик, что? Там было 99. Ярик, что? Там было 99, это Анжелика была, смотри. А если так хорошо бахнули, этот перк мне прям понравился. А чё, он вас не он понимает? Не, он ждёт пока... А, нет Адрика точно. Ладно. У тебя нет Адрика? Он рядом, да. Вот бы смешно, если я сейчас бы как... Стала и пошла. А чё ждать, стала и пошла. Спасать Игоря. Игорь. Ну, что, время идет. Она здесь, кстати говоря. Наша новогодняя чумичка. Катя? Конечно. Блять! А как? Поднимай, поднимай, Ярика. Всем, блядь, положить. Беги, Анжелика, что ты сделаешь? Мне очень нравится, как Ярик разговаривает с зомбями. Ну блин, Анжелика решила меня просто перекрыть на дорогу. Привет, Анжелика. Привет, Анжелика. Я, кстати, про тебя и говорю, Анжелика. Куда пошла? Анжелика не мизибла. Анжелика в сторону Игоря пошла. Осторожно, Игорь. Да. Она к тебе навстречу пошла. Она ко мне шла. Она ко мне шла, она ко мне бежит. Она думает, за кем пойти, за мной или за Игорем? Ну когда Баку найдет, Игорь, да? Блять, ну вот как мне ее войти? Сделаться. Анжелика, чё ты? Что ты делаешь? О, на тебя перебатилось резко. Опа, обратно. Крюку, крюку, обратно. Откисло, откисло, смотри. На радуге зависит. Хотя выкинемся, может, на месте, нет? Да, да, да. Пока там наша подруга. Да, блядь, да. Давайте уже кого-нибудь. А, и у меня перк. Откат ушел. Слушай, я ошибку нажал. Анжелика охуела от жизни. Анжелик, ты куда-то заспавнилась? Нет, она... А, она ушла. Я же говорю, она куда-то заспавнилась. Так, а с воротами все плохо, да? Ворот не открыт, соответственно. А кто бы их открывал, интересно? Он здесь. Ну, я думаю, отвлекать Катя надо, да? О-о-о! Оп. Я отвлекаю. О, я мимо него пришел. Он я входу задний открываю, вообще я Он нихера не отвлекается.
Он за мной. Я задний открываю. Я бегу к ней. Ой. Ты задний открываешь, да? Туда бежим. Игорь, я открыл. Я тут тоже, да. Ой-ой-ой! Что нахуй? Вениамин! Катя, где он? Кто? Вениамин? Нет. Блять! Он не за Игорем бежит. Да, он не за Игорем. Ты совершенно прав. Я к вам не успею. Сейчас, смотри, бежим. Да не, я пытаюсь к вам бежать, но я не успею. Я в мэне. Мэни, блядь! Сука. Ты почти успеваешь. Гибкость, гибкость! Нихуя не работает. Беги. Анжелика, открывай ворота. Анжелика, открывай ворота. Фух. В смысле? Это фейл, конечно, от меня был. Ну ладно. Ты что, не рассчитал? Ай, блин. А я... Да, я край просто не увидел. Ты на гости. Че, ударил? Угу. Там край просто не было видно. Как же ты ошибся? Да. Тотальная ошибка. Это да. У него аварийна была, блядь. А никто не отпускал. Преследователь был. А никто не отпускал кнопку. Тут даже Грэм можно написать. Господи, Ярик. Это было смешно. Мне так нравится такой бьют.